Привет! Сегодня я хочу рассказать о Сергее Пуксте. Это такой музыкант, композитор, автор песен, исполнитель, мой друг из города Минска, который играет нечто, что некоторые называют арт-панк, и выступает сольно или с группой Pux Band на площадках Беларуси, России. Недавно он ездил со своей группой и участвовал в фестивале «Ски» в Петербурге, например. Вот. А также часто, довольно часто, он играет в нынче модном таком режиме, который называется «Квартирник». И вот буквально на этой неделе, 27 июня 2007 года, он сыграл одно из таких выступлений неподалеку от Минска в поселке Боровляны. Если вам показалось интересным и хочется узнать еще о Сергее Пуксте, то заходите на его сайт puxt.com. Pux это pukst.com или на MySpace, где можно на MySpace можно послушать несколько песен, 4 песни из его альбома «Триумф воли». myspace.com/pukst pukst. А также ищите Сергея Пукста на Last.fm. Просто нужно задать по-латински написанное имя Сергей Пукст. Да? Пока.